Приветствую, друзья! Сегодня у нас вторник, это означает очередная бесплатная флешка. Кстати, с забавной историей появления именно сегодня. Дело в том, что совершенно недавно мне ее предложили в группе ВКонтакте, в специальной теме, в которой мне можно предложить игры, по которым я мог бы снять видео или полноценные многосерийные циклы. А потом оказалось, что она у меня уже есть в закладках, то есть я ее в принципе у себя нашел. Это означает, что я ее планировал уже снять, но так или иначе спасибо за предложение, потому что я вспомнил, собственно, о ней. Ну что ж, поиграем в игру, которая называется Holy Crap Beers. Вот, ну, ссылку вы, естественно, найдете на нее в описании к данному видеоролику, как всегда. Это, по-видимому, выбор сложности был только что. Краткая предыстория о том, что произошло. Крушение автобуса со скаутами из-за медведей. Вот. Ну, по-видимому, сбили медведя так вот. Медведь вроде бы лежит. И, соответственно, медведи, естественно, недовольны ситуацией. Задача наша заключается в том, что полковник Пэк... ну, в общем, короче, суть в чем? Нужно спасти весь персонал автобуса. Точнее, всех тех, кто был в автобусе. Путешествие по вот этим, насколько я понял, локациям. И при этом еще нужно... медведи не задеть, потому что смотрите, тут бывает медведи. Я не буду показывать вам, что происходит, когда медведь тебя ловит, но потом в конце нам показывают, где же были медведи. То есть на самом деле игру я бы, наверное, сравнил с таким вот как, знаете, как если бы сапер был реалтаймовым. Примерно так. Вот реалтаймовый сапер, наверное, бы выглядел примерно следующим образом. А, черт, вот здесь медок не подобрал. Максимум очков не получу. И на этой локации не было чертова медведя. Ну, еще время тут считают. И вроде как время может быть там круче, может быть не настолько крутым. Ну, в общем, его считают так или иначе. А вот и медведь. О, даже не один. Два медведя было. Уровень адреналина где-то здесь показывают. 60 единиц, это, по-видимому, какие-то единицы меда, да? Put yourself in danger, Lord, no. А, я могу послать скаута, чтобы он нашел самый безопасный путь. Вот, примерно так. Так, медведь. Капкан. Еще медведь, господи. Еще медведь, ё-моё. Тихо, тихо, тихо. Я сейчас тут еще медок подберу. Я думаю, что тут вряд ли больше трех медведей будет. О, все, курица спасена. Слава богу, я уж волновался. Ну и медное время, но ничего страшного. Главное, выжил. О, я завершил эту зону конкретную. И пойдем, видимо, в следующую сейчас. 90 медку собрал. Никакую награду не получил, ничего не потерял. Медведей убито. Вот этой штукой, наверное, можно медведей убивать. Ну, давайте дальше пойдем, собственно, в пещеру некую. Будем в пещере спасать наших сопартийцев. Ну, кур в основном, конечно. Кур в основном, конечно, будем спасать. Так, мухоморчик. Верный признак того, что тут обитается медведь. Черт, я же слышу. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, а если его приманить к медвежьему капкану? Медведь. Так, главное самому на капкан не наступить. Ладно, у меня фиговое время, но это ничего страшного. Тут их двое было! Вот это уже действительно становится страшным. Еще медведи так... улыбаются весело. Комикс. А, черт! Господи, приятного аппетита. Ну что ж, replay area. К счастью, я... А, вот так вот, да? То есть прям всю зону заново нужно играть, все пять локаций. Ну ничего, они коротенькие. Начнем сначала. Сейчас попробую воспользоваться, наверное... Я хочу попытаться воспользоваться... Ой-ой-ой. Вот этой штукой. И что будет? Так, click game to use. А, я могу заправить просто горючку покруче, да? Фигня, ну, давайте на капкан.
ж, ух ты ж. О, да, жесть. Так, реплеере. Ну ладно. Сейчас посерьезки. Сейчас все посерьезки. Traveling Sales Beer. Путешествующий медведь торгаш. Там еще нужно к нему тоже заглянуть будет. Так, одну медвежью спину я вижу. Это потушить. Так, раз. Раз, такой, короче, раз, и все. До свидания, медвежатки. Надо использовать скаутов, наверное. Ребята опытные. Путь покажут. Так, и не наступать. Ух-ух-ух-ух, медвежий зад. Все, уходим. Опытные ребятки могут показать мне путь. И думаю, что у медведя-торговца можно мед на что-нибудь потратить. Иначе зачем он собирается еще? Черт, их тут было не двое. Господи! Я думал, он каждый раз одинаково будет убивать. Нет. Он еще и фантазию проявляет. Так, реплеере. Так, о, давайте проверим. Что у нас тут у медведя-торговца есть? Слушайте, ну хорошо хоть он не плащ раскрывает. На том спасибо. Динамит. Я бы купил, но блин, у меня не хватает деньжат. Все, буду копить на динамит. Уж больно крутая штука. Все, сейчас последний заход, потому что чувствую, что если сейчас не получится, то в рамках данного видеоролика точно не получится. Так, побольше метку соберем. Угу. Спокойно, Миша, спокойно. Я знаю, что вас тут двое. Вот он второй. Надо, короче, не выпендриваться, собирать кур просто и все. Если ситуэйшн очень опасный. Вот сюда. Косточка не хрустит. Движемся без спешки, все. А, фу, они с краешка были. Оба медведя были с краю. Так, 3 из 6. Тихо. Рацию. Медведь. Все. Берем курицу и уходим. Надо воспользоваться, наверное, горючкой. Так. Все, воспользовался. Залил бензин, теперь вижу дальше. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо, все спокойно. О-о-о. Ишь вы, радостные какие. Так, 5 из 6. Хорошо идем. Мне кажется, надо использовать скаута. Разведывательного. Ой. Ой, ё-моё, скаут. Ну давай. Aim and click to deploy. Давай, парень. Аж ты ж, да как ты ж за горшочком с медом. Ой, жестоко-то как, а? Слушайте, ну ладно, я думаю, что на этом мы знакомство с этой жесточайшей игрой свое завершим. Напоминаю вам, что это совершенно бесплатная флешка, ссылку на которую вы можете обнаружить в описании к данному видеоролику. Если поиграете много, напишите мне, пожалуйста, сколько вы насчитали способов изощренного убийства нашего усатого вожатого медведем. Огромное вам спасибо за внимание и до свидания.